Цирковые приключения. Папа, ты чего висишь вверх тормашками и пугаешь меня? Сынок, это не я вишу вверх тормашками, а ты. Папа, если ты свалишься с ветки, то покалечишься. Ерунда. Я не упаду. Я докажу это. Вот, смотри. Папа, от твоих аргументов у меня разболелась голова. Если у тебя есть аспирин, я тоже приму. Папа, ты обещал мне на обед стрекозу. Я ищу. Я всегда уважал тебя как прекрасного охотника, папа. Не торопи меня. Папа, папа. Давай посмотрим. Стрекозы. Руководство по охоте. Папа, папа, завязывай с чтением. Точно, завязка. Я завязал этот узелок, чтобы о чем-то не забыть. Что-то про крылья. Не забыть ими махать. Папа, твой сынуля смертельно голоден. Если я обещал тебе стрекозу, не сомневайся, ты ее получишь. Дамы и господа, представляем единственную в мире огнедышащую стрекозу. Зачем довольствоваться обыкновенной стрекозой, если можно достать огнедышащую? Такого вы не видели, настал мой звездный час. Сегодня на арене я увидите сейчас. Это еще кто? Попалась. Моя лучшая шляпа. С чем вам подать? С горчицей или гарниром? А теперь прощай. Ну-ка вернись ты, пожароопасный червяк. Надо же, летит за мной как приклеенный. Куда она делась? Ты сейчас круто спикируешь, а я нет. Такое чувство, как будто я собирался что-то сделать. Папа, опять в своем репертуаре. Мне так стыдно, я не могу показать свое лицо. Узелок. Что же это? Я не помню. Ты мне больше не отец. Странно. Могу поклясться, что мы где-то встречались. Чипсы очень я люблю. Чипсы очень я люблю. Мне нравится собачий хвост без собаки. Ты не сможешь сбить меня. Думаю, я немного прогуляюсь. Прекрати! Это неинтересно. Я спрыгну. Я предупреждаю, у меня горячий нрав. И я предупреждаю, у меня горячее дыхание. Я слышал про светомаскировку, но не думал, что она здесь есть. Стрекоза ни за что не узнает меня в этом прикиде. Сообщение для журавля. Телефонный звонок в кабине номер 3. Это меня. Кто бы это мог быть? Это все для тебя, большая глупая птица. А теперь прощай. Интересно, как он меня узнал? Прямо под куполом цирка лечу. Птицу большую подразнить я хочу. Попался! Привет, красавчик. До сих пор у меня не было проблем с лишним весом. Думаю, мне лучше уйти. Hello,
Здравствуй, папа. Я звоню сказать, что немного опоздаю к ужину. А ты где? Ну, я не уверен. Похоже, что это Техас. Конечно, в свое время я видел нефтяные вышки, но ни одна из них и в подметке не годится той, на которой я стою сейчас.